Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые наши радиослушатели. Интернет-портал радиоцентра Сангейтс начинает свои программы. Ну и сегодня у нас, как всегда в этот день, уже по традиции, которая, собственно говоря, началась не так давно, но вот в среду в это время, в 11 часов утра, это по времени города Чикаго, 12 часов дня сейчас на восточном побережье, Вашингтон, Нью-Йорк, и на западном побережье, район Лос-Анджелес, Сан-Франциско, еще только 9 утра, ну а в Москве 7 часов вечера. И вот в среду в это время мы начинаем программу, которая называется «Психология до-после». Ну и в эфире у нас Евгений Саяпин, это психолог, психоаналитик, ученый и консультант в области психологии и психосоматики. Ну а тема эфира сегодняшней программы достаточно интересная и очень и очень неоднозначная. Она называется «Психология предательства», и прежде чем мы приступим к нашему разговору с Евгением, я хотел бы только дать наши координаты для тех, кто хочет, возможно, пообщаться. Телефон эфира 847-226-9956. И у нас есть Skype Sungates108, Sungates солнечные ворота, на конце буква S. Ну и тройное W sungatesradio.com, sungatesradio.com. Это на русском языке веб-сайт, где можно оставить свои комментарии, ну и задать свои вопросы. А где нас можно видеть, это Facebook. Опять же, набираем Facebook Sungates Radio на английском языке. Или же в YouTube подписываемся на канал и получаем сразу сходу уведомления о том, что уже на YouTube находится та или иная программа. Ну вот сегодня у нас программа, которая называется «Психология». Ну а через час после нашего эфира, то есть в 12 часов дня по Чикаго или в 8 часов вечера по Москве, начнется программа по Таро. Это все-таки гадание, или все-таки пророчество, или все-таки это прогнозы. Ну, а пока сейчас мы приступаем к нашей программе по психологии. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Опять очень рад, не сомневаюсь, что наши радиослушатели тоже рады вас слушать. И вот эта вот программа. Ну, с моей точки зрения, вы знаете, я когда делал анонс, я поместил там несколько фотографий, где одна высказывание Софи Лорен о том, что женщина – это не кухонный комбайн и не это постельная принадлежность в виде, там, ну, не знаю, постельной принадлежности. У нас сразу возникают образы наволочки, простыни, там, подушки и так далее. И после этого я тут на одном Facebook канале посмотрел, разгорелась жаркая дискуссия. Как вы согласны с таким утверждением великой актрисы, или вы считаете, можно трактовать вот это выражение по-другому? Знаете, ну это же личное, что называется, мнение этой великой актрисы. А вообще, наверное, женщина, равно как и мужчина, это великое создание Всевышнего Бога. Поэтому у каждого есть свои прелести, свои тараканы в голове и, соответственно, свои радости, горе, своя жизнь. То есть в зависимости, как кто воспринимает ситуацию, кто как относится. Ну, скажем, если женщина говорит, в данном случае Софи Лорен говорит о том, что она или она, эта женщина, не является кухонным комбайном, имеется в виду, она имеет в виду, эта женщина не только для того, чтобы готовить там обеды, завтраки, ужины и стоять на кухне и мыть посуду. А и мужчина должен видеть в ее лице, ну, личность. Но это ведь правильное представление. Ну, конечно, правильно. Но я думаю, когда она это говорила, скорее всего, она незадолго до этого как раз стояла за кухонной плитой или рядом с этим комбайном. Потому что человек, как правило, излучает то, что вот недавно у него было сознание. Ну, это с точки зрения психологии, но мне трудно представить себе Софи Лорен, стоящую у плиты в виде кухонного комбайна, хотя всякое бывает. Мы как-то привыкли, у нас сразу возникают образы тех женщин, которых она создавала в кинематографе. Ну, хорошо, это был, так сказать, эпиграф какой-то к обозначению темы нашей программы. Ну вот,
В чем заключается психология предательства? Мне кажется, люди, когда... Во-первых, опять же, что такое предать? Можно предать родину, можно предать друга, можно предать кого угодно. Ну вот имеется в виду психология предательства, здесь, наверное, что-то другое. Да, вы совершенно правильно. Ну вот давайте мы дадим определение предательству и измены. Предать — это означает перестать быть верным кому-то или какому-то делу. Покинуть, оставить кого-то. А измена — это предательство, измена — это вероломство, измена — это нарушение супружеской верности. То есть предательство и измена, они стоят рядом, эти два понятия. Вы правильно сказали, предать можно родину. Но мы просто обозначим, да? И, наверное, в этой передаче мы не будем об этом говорить, о предателях родины. Предать можно мужскую или женскую дружбу. И самое главное, это супружеское предательство. Вот это, наверное, больше всех и волнует людей. Значит, откуда все эти корни идут? Это все идет родом из детства. Был такой великий психоаналитик Зигмунд Фрейд, наверное, все знают, и он придумал теорию Эдипова комплекса, хотя сегодня многие психоаналитики задают вопрос, а был ли на самом деле такой персонаж, как Эдип. Но тем не менее, эта теория существует. Когда мальчик влюбился в свою мать, не зная, что она его мать, и, соответственно, убил своего отца и стал жить половой жизнью со своей матерью. Все, мы все родом из детства. И, соответственно, мы приходим в этот мир уже со своей жизненной программой, чтобы отрабатывать какие-то свои уроки, свои задачи. Мальчики приходят отрабатывать свои уроки с женщинами, а женщины приходят с мужчинами. И, соответственно, предательство, как правило, случается с родителем противоположного пола. Если папа предает девочку, то, соответственно, у нее уже во взрослом периоде, в процессе вот этих межгендерных взаимоотношений, тоже начинается выявляться вот этот комплекс предательства. Она делает это неосознанно. Она не понимает, почему это делает. Вот вроде бы здравый смысл говорит, раз меня предали, то я не буду предавать. Нет, психика наша совсем по-другому устроена. Раз предали, то я, соответственно, тоже поделюсь этим, ну, скажем так, в кавычках, светлым чувством, как предательство. Равно как и парень, если было предательство от мамы, то, соответственно, во взрослом периоде он тоже будет предавать уже женщин. Имеете в виду, простите, Женя, вы имеете в виду предательство какого плана? Предательство – это значит перестать быть верным. Мы сейчас говорим о супружеской верности. То есть, если девочка, иными словами, я просто хочу, так сказать, уточнить, если девочка узнала о том, что папа изменил маме, тогда, соответственно, вот это вы имеете в виду? Супружеская измена или нет? Предательство. Здесь немножко другое. Допустим, папа пообещал что-то сделать девочке, но он не сделал. Предательство вообще связано с таким понятием, как ожидание. То есть в отношении некоторых наших желаний. Но к этому добавляется еще наша контролирующая личность. То есть мы всегда будем контролировать, сделали тебе это хорошо или не сделали. Получил ли то, что ты ожидал, или не получил? Я это имею в виду. Предательство по отношению к своему ожиданию. Вот это главное понимать. Понятно. Угу. У меня был случай, когда мужчина обратился вообще с таким запросом покончить жизнь самоубийством, суицидник. И начали с ним разбирать, да, его историю, естественно, его психоанализ, его жизни. Показал, что в детстве его родители часто ругались, и в возрасте 6 лет родители развелись. Но суд, естественно, в России, в СССР тогда было, оставил мальчика матери на воспитание. Мать, недолго думая, отдает своего сына на воспитание матери своего мужа. Свекровь, да, называется она? Свекровь. Uh-huh, uh-huh. Он не хотел этого мальчика. Говорил, мама, не отдавай, я не люблю бабушку свою. И причем бабушка, ну это уже другая история, но в двух словах тоже расскажу. Она лечила его от глистов очень простым народным средством. Просто брала кусок хозяйственного мыла и в анусе переворачивала, там проворачивала по часовой или против часовой стрелки. Поэтому в будущем его, что называется, психика запомнила нежные и ласковые, в кавычках, руки женщины. И когда он вырос, вот этот мальчик, он уже
так ненавидел свою мать, что отдал ее в дом престарелых. И строил со своими женщинами отношения тоже точно так же, как строили его родители. То есть его предавали женщины. То есть он встречался с женщиной, но она могла пойти и родить ребенка другого мужчины. Но тем не менее он оставался с ней. Тем не менее он унижался перед ней. Далее, у него были любовницы. Когда он встречался с кем-то, на первом этаже он там устанавливал свои секретные всякие заморочки и подглядывал, что делает в этот момент его любовница. Ну, здесь элементы, конечно, садомаза. Но самый главный момент, вот когда вот бабушка-то ему вот этот комплекс, да, с этим мылом поставила, и мы с ним вытащили через тест словесных ассоциаций, откуда у нее все это пошло, он пользовал проституток, и после полового акта он их избивал. Но так как он довольно успешный, богатый человек, он просто-напросто вот эти избиения заполировал огромной суммой денег, поэтому на него никто не подавал в полицию. Это вот что называется безобидный детский комплекс, который приводит уже в жизни к тем предательствам, которые мы получаем, ну, в реальной жизни. Есть бытует мнение, что мужчины чаще предают женщин. Вот это очень сложный, наверное, спорный вопрос, потому что если мама предала мальчика, то он будет предавать женщину в будущем. Если папа предал дочь, то она будет предавать в будущем мужчину. И поэтому обижаться на своих родителей, наверное, ну, непродуктивный способ. Потому что если вас предает мама, то, соответственно, ее предавал ее папа, то есть ваш дедушка. Это идет как эстафетная палочка. И мы приходим в этот мир отрабатывать вот этот комплекс, комплекс предательства. Потому что это психологическая травма. Была, вернее, не была, а есть такая великая канадская психолог, психоаналитик, писатель Лиз Бурба. И вот она в своей книге «Пять травм, которые мешают тебе жить полноценной жизнью», да, говорит, есть пять травм, которые обозначаются как отвергнутый, покинутый, униженный, предательство и несправедливость. Но мы в данный случай берем вот предательство, травма. Это очень, ну скажем так, глубокий момент, и поэтому я начал говорить про мужчин, да, вот существует, что мы больше предаем, чем женщины. Наверное, это все-таки не так, это все взаимосвязано. Взаимосвязано в чем? Что мужчины чаще попадаются. И почему мы попадаемся чаще, допустим, на сексуальных изменах? Тоже очень интересная есть точка зрения, что когда мы идем на сторону какой-то женщине, мы оставляем свою энергию, свое семя, мы в будущем думаем, что мы можем туда снова вернуться и взять обратно это семя, эту энергию. И получается довольно часто, что проходит там, ты переспал с женщиной, проходит 2-5 лет, и ты звонишь ей, как ни в чем не бывало, и спрашиваешь, да, как твои дела, давай встретимся. Она тебе либо говорит, что, родной, ты что, охренел, да, я уже давно замужем. Или, соответственно, она говорит, да, как ни в чем не бывало, давай встретимся. И Ирвин Ялом вот это состояние описывает как борьба со своим внутренним страхом. Потому что мы знаем, что там оставили семя, там, и мы всегда знаем морально, да, и мозгами, что мы можем вернуться туда, взять эту недостающую для тебя энергию. Ну, мне кажется, Евгений, это не единственная причина, почему, скажем так, мужчины чаще попадаются, если можно применить такое выражение «попадаются». Но мне кажется, что женщина, она более интуитивна, она более чувствительна к поведению мужчины, и как бы мы ни хотели скрыть это, надо быть очень и очень серьезным большим психологом для самих себя и как-то очень хорошим таким, скажем, игроком, для того, чтобы это все скрыть. Во-первых, рано или поздно все тайное становится явным, это мы тоже знаем, но здесь, так сказать, сермяжная правда. Женщина моментом чувствует это все. Как вы считаете? Ну, это так, но и мужчины тоже это чувствуют, понимаете? Вот мужчины более толстокожие, мне кажется. Это да, но не все, вы понимаете? Не это все. Это, что называется, такая приемлемая точка зрения, общепринятая. Но дело в том, что психика состоит у нас из четырех самых главных функций. Это сознание,
Да, сознание и подсознание, или бессознательное. Так вот, сознание состоит из четырех функций. Это интуиция, ощущение, чувствование, мышление. Мышление – мозги. Мужики в основном живут мозгами. И мы можем просчитать, изменяет тебе женщина – не изменяет. Изменяет тебе жена – не изменяет. Но есть еще такое понятие, как интуиция и ощущение. То есть, когда ты идешь налево, то ты снимаешь энергию с женщины. И поэтому приходишь, что называется, светишь этой энергией. И любая интуитивная женщина это почувствует. Но есть женщины, например, банкиры, которые живут мышлениями, мозгами. И они не все чувствуют. Более того, я вот как-то исследовал момент, почему вот одни и те же, что называется, мужчины ходят по одним и тем же проституткам в публичные дома. Ведь когда мужчина приходит к проститутке, отчасти он снимает вот эту энергию с нее. Он приходит за своими какими-то... Ну, получение своих физиологических потребностей. То, что он не получает от жены. То, что над ним, может быть, смеются. То, что он не может это все выразить спокойно. Да? И он это все удовлетворяет на проститутке. Следом идет другой мужчина. Он то же самое приходит со своими потребностями. Как вы думаете, он снимает энергию мужчины, который был до него там? Конечно, снимает. Поэтому в простонародье это называется молочные братья, которые ходят по одним и тем же женщинам. И женщина в этом случае, женщина, извините меня за это сравнение, да, но тем не менее, наглядно это будет сказано, они выполняют роль осенизатора. То есть они забирают эту энергию, эту мужскую, как-то в себе аккумулируют и, соответственно, передают как эстафетную палочку следом идущему мужчине. И, как правило, эти мужчины тоже болеют практически одинаковыми болезнями. Вот, кстати, кто склонен к предательству, Алис Бурба это вот четко описывает, да, их можно визуально даже узнать. Мужчина – это широкие плечи, узкий зад. А у женщин зад похож вот как на рюмку, как галифе солдатское. И можно визуально определить, была травма или не была травма. Хуже, а я не знаю, может быть, даже лучше, когда в семье, допустим, оба живут, мужчина и женщина, с этой травмой из детства предательства. Я, кстати, вот вчера консультировал женщину, 65 лет, у нее гипертонические вот эти кризы, да. Она причем доктор биологических наук, она все прекрасно знает, все понимает. И они прожили с мужем более 45 лет, муж умер. Она сегодня очень сильно переживает, вот находится в таком подавленном состоянии. И я спрашиваю, вы когда-нибудь изменяли? Говорит, да, конечно, целенаправленно причем. А муж? Муж тоже меня предавал. То есть они друг в другом стиле. То есть вот здесь я могу сказать, что у того травма в детстве была предательство, что у этой была травма предательства. А вот в гинекологии я консультировал палату, четыре женщины лежали, да, одновременно. Я с ними провел, что называется, одновременно вот этот психоанализ. И задал вопрос, как они относятся к изменам, предательству. Две четко сказали. Первое. Я узнала, что муж мне изменяет, предал меня, и поэтому пошла целенаправленно ему изменила. Вторая тоже сказала, я ненавижу своего мужа, но через секс я хочу найти себе другого партнера, другого мужа. А две сказали, а мы просто так. Вот самое страшное, когда человек не понимает, почему просто так. И вот целью вот этой программы я бы хотел, чтобы было следующее. Говорить о том, что предательство, измена – это плохо, ну, наверное, несерьезно. Люди как изменяли, так и будут изменять. Но надо четко сказать, если вы идете налево, если вы предаете, если вы изменяете, вы должны задавать осознанно вопрос, для чего тебе это надо? Конечно, здесь может психика увести в сторону и какие-то придумать массу отговорок. Но в большинстве случаев, когда ты честно задаешь себе вопрос своей душе, вот такого плана, для чего, зачем, как, то вы когда-то услышите этот ответ. И поэтому, наверное, самый главный ответ на этот вопрос, вы скажете, что надо простить своих родителей, потому что они в детстве установили эту травму. И еще немаловажный вот момент, ну, что называется, серьезную тему, давайте немножко разбавим, да, повеселее. Есть такое понятие этнопсихология. И как много было предательств именно во время Великой Отечественной войны. Есть такая общая, ну, народная, что называется, присказка. Что такое один украинец? Украинец – это партизан. А два украинца – это партизанский отряд. А три украинца – это партизанский отряд с предателем.
То есть вот даже по этнохарактеристике у каждого народа есть свои предатели и свои герои. Но это не относится, еще раз говорю, к тем событиям, которые сегодня проходят на Украине. Это присказка еще я знал лет 30 назад. Понятно. Ну, вы знаете, это я уже, наверное, обращаюсь к нашим радиослушателям. Вот чем отличается совет практикующего психолога? Совет дается тем, кто собирается идти налево, как говорится, надо задать себе вопрос. А расхожие, так сказать, советы какие? Надо пользоваться контрацептивами. Поэтому вот в этом-то и разница. А в остальном, как кто чего считает. Ну, как правило, никто не задает таких себе вопросов. Как вы считаете? Понимаете, ну что значит контрацептив? Это чтобы вы не заразились. Но вы снимаете энергию другого человека. Это более тонкие, что называется, связи. Их очень трудно себя смыть. Женя, все это понятно, но немного найдется людей, которые, прежде чем куда-то там пойти, они зададут себе такой вопрос. Но после того, как это все произойдет, и после того, как это произойдет реакция, а мы знаем, что карма – это следствие и последствия, или действие и реакция на это действие, вот тогда начинаем задавать вопросы. Вот тогда мы пользуемся уже услугами психологов. Ну, давайте мы тогда, у меня такой к вам вопрос есть. Ну вот последствия такого предательства, какие могут быть, если мы опять же рассмотрим отдельно мужскую половину и отдельно женскую половину? Ну, последствия, если брать измену Родины, предательство Родины, вас посадят в тюрьму, да? Или еще хуже того. Да, если это предательство по отношению к другу, друг к другу или подруга к подруге, ну, разрыв взаимоотношений, да? Ну, в лучшем случае морду набьют, в худшем там порежут друг друга. А если брать супружескую измену, да, то вот как правило, тоже я обратил внимание на своих клиентов, до 30 лет, когда женщина узнает, что муж ей изменил, она не боится его выгнать из дома, потому что она еще знает, что она еще кому-то нужна будет. После 30 лет женщина почему-то начинает, что называется, на себе крест ставить. После 40, понятно, да? А вот у мужчин немножко по-другому. Мы все орлы. Но, то есть, до 50 мы можем ходить налево и ничего не бояться. Но после 50 мы почему-то затухаем. И в части либидо своей сексуальной энергии, и в части своих жизненных страхов. Потому что негде жить, не с кем жить, да? Кто тебе там этот стакан воды принесет? Женщины не так подвержены страхам, там, допустим, после 50-60 лет остаться одной. А мужики в результате предательства и измен этого очень боятся после определенного возраста. Это вот после 40-50 лет. А почему, как вы думаете? Точнее, не думаете, вы знаете. Да. Почему боятся? Почему? Почему женщины не боятся остаться одной? Женщина не боится. Да потому что женщина более подготовленная к этой жизни. И опять, женщине от Бога больше дано. Ведь что такое семья, да? Семья. То есть делится энергия, женщина дается на 5 человек, на ее мужа еще 5 детей. А если женщина сегодня не рожает этих 5 детей, представляете, сколько у нее высвобождено этой энергии вокруг нее? И, соответственно, женщине от Бога больше дано, чем мужчине. Наша задача просто осеменить и все. А здесь женщина, она борется за свое выживание. И только единственное, можно порадоваться за мужиков, что, может быть, в следующей жизни мы будем женщинами и тоже будем радостны и счастливы, проживем гораздо дольше, чем сегодня мужчиной. Ну, вы знаете, некоторые мужчины радуются этому уже вот сейчас. Они уже себя назначили, так скажем, женщинами. Поэтому, вы знаете, интересно, вот я общался и продолжаю общаться с одним достаточно известным человеком, проживающим в России. Он много прочитал лекций и специалист по отношениям считается, и его очень и очень любят и уважают. И вот как-то к нему на прием, на консультацию пришла женщина одна, и она в беседе сказала, что она лесбиянка. И он ей задал вопрос, а почему вот тебя сподвигло стать лесбиянкой? А вы знаете, интересная вещь, ну, она ответила так. Она ответила, вы знаете, так в мужиках нету никакой, все понятно, все видно, читай как открытую книгу.
Вот, а в женщине всегда есть какая-то загадка. То есть мне с ней интересно. Мне не интересно читать открытую книгу. Мне интересно общение и какие-то неожиданные повороты, неожиданное нетривиальное развитие, может быть, и отношений, и в то же время взгляд на одну и ту же ситуацию. Но она во многом права. Более того, если вот лесбиянство говорить, то это, как правило, травма в юности, как правило, травма от мужчины, и поэтому женщины решают лучше устроить отношения с женщинами, чем получать вот эти удары судьбы от этих жестоких и жестких мужланов. А вот говорить, если о известных людях, тут я недавно посмотрел фильм о Стиве Джобсе, да? Вот это классический пример предательства детства. То есть, оказывается, родители от него отказались, предали. И он всю жизнь доказывал, что он не тот, и они зря сделали родители, что отказались от этого мальчика. Да? Я после этого фильма прочитал его историю. И он умер-то, рак у него поджелудочной железы, если не ошибаюсь. У него рак легкий. Ну, легкий, да. Но все равно, да, ну, торакальные, да, и абдоминальность все-таки разные. Но если опять с позиции психосоматики, что такое рак? Это отношение к родителю противоположного пола. Он не мог простить матери. Ну, опять, на уровне предположений это делаем, потому что... Разные ситуации. Да. И он не мог матери простить, что та отказалась, предала его. А легкие, то есть он не мог принять вот эту жизненную ситуацию полной грудью. Это вот говорит с позиции психосоматики. А вот кто имеет травму предательства, их тоже можно определить не только визуально, а по тому, как они надевают на себя определенные контролирующие маски. То есть это люди приходят раньше, допустим, на беседу, на работу заранее. Да? Это люди, которые контролируют, лезут в жизнь другого человека. Это люди, которые говорят: «Я не все сказал, дайте мне еще сказать». Это люди, которые, как правило, подгоняют, допустим, вы за рулем, они постоянно сигналят вам взад и подгоняют впереди идущую машину. То есть всегда можно по определенным вот этим характеристикам, реперным точкам определить, была ли травма у человека или не была. Потому что никто не скажет, да, предали или нет, не предали. Конечно, все мы в жизни получали доли предательства, долю. Но кто-то это, что называется, взял так, смахнул себя, а кто-то это в глубине тащит по жизни. У кого-то это, что называется, снаружи лежит, а у кого-то в глубине. Поэтому, если говорить с позиции эзотерики, мы и приходим сюда, чтобы отработать вот эту травму предательства. Потому что мы отрабатываем, как правило, с противоположным полом. Понятно. Интересно. Это очень действительно интересно. Ну, вы знаете, что мне, я больше говорю обычно, когда беседую с каким-то человеком, но здесь оно, я просто как слушаю вот, и думаю про себя, оно, вы знаете, совпадает с ведической, скажем так, психологией. То есть именно все кармические какие-то проблемы. То есть любая болезнь, это не просто, как принято в западной медицине, вот болит вот какой-то орган, какая-то часть тела, какая-то система, надо прийти и начать ее ремонтировать, скажем так. А это всегда есть какой-то подтекст. Ну, в данном случае мы сейчас говорим о предательстве, и потом ведь это мы на себе сами все это испытываем. Поэтому если человек получает заболевание, то в Ведах говорится, единственная причина – это кармическая причина. Любое заболевание. Есть тяжелые заболевания, есть более-менее, там средние, есть совсем легкие, там какие-то простудные и так далее, которые быстренько проходят. Но чем тяжелее заболевание, тем тяжелее была какая-то ситуация в жизни этого человека, которая отложила, вот привело к этому заболеванию. Конечно, конечно. И дело в том, что, понимаете, степень заболевания тоже зависит от степени запущенности твоих травм и твоих мыслей. Если говорить с позиции психосоматики, вот кто болеет, а это болезнь, в принципе, внутренняя психологическая, травма предательства, да, у них есть определенные даже есть болезни. Это, как правило, внутренние кровотечения. Это болезни, связанные с суставами, с коленками,
Ноги – это будущее. И когда проблема с коленками, это говорит о том, что человек не гибок в отношении. Ну, мы уже говорили, правая сторона – это мужская, левая – женская энергия. Это как подсказки. Если травма предательства, как правило, проблемы с щитовидной железой. Потому что если ты контролируешь, ты постоянно лезешь в чужую жизнь. Ты постоянно даешь советы. Если разобрать, действительно, этот человек способен предать. Он, вот у него на лбу написано, да? Это что... человек, у кого проблемы со щитовидной железой, вы имеете в виду? Да, 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 щитовидка. Ну, я сейчас как правило, это, наверное, женщина, да? Это женщина, конечно, потому что щитовидка – это более женское заболевание. Но у мужчин, как правило, это пилонефриты. Пилонефрит – это проблема с почками. Почки у нас отвечают за распределение жидкости в организме. И когда вот эти жидкости начинают переливаться, то психоэмоциональное равновесие человека начинает приходить в какой-то дисбаланс. А хуже, когда появляются камни. Вот, как правило, эти контролеры говорят, вот я так и решил, так и сделаю. То есть они своими мыслями создают камни. Жесткие мысли – это твердые камни, которые находятся в почках. И вот тоже недавно столкнулся с такой ситуацией. Это ротовой герпес. Угу. Я лично не встречал, но я читал в литературе. Оказывается, люди, подверженные травме предательства, страдают ротовой герпес. Называется довести ситуацию до абсурда, до тошнотворного эффекта. И вы, наверное, тоже слышали, да, такое понятие? Меня тошнит от этого человека. Ну, меня тошнит от этой ситуации. Сегодня говорят, это люди, которые тоже прожили травму предательства в своем детстве. Хорошо, Женя, у меня тогда такой к вам вопрос. Скажите, ну, во-первых, вот стадийно, если рассматривать. Ну, к примеру, мы, кстати, будем в пятницу у нас будет программа с довольно известным человеком, доктор, который из старой школы, закалки, там его кумир это академик Залманов, который еще Ленина лечил. И тематика этой передачи, тема этой передачи, это как раз таки щитовидная железа. И вот вы сказали, женщина склонна к предательству. Но на каком-то этапе, может быть, она это осмыслит. Допустим, ну, была ситуация в жизни, и она предавала. А потом, ну, может быть, как-то задумалась над этим, или какая-то ситуация была другая, уже и предавать вроде бы некого. А проблемы остаются или они уходят, если человек переосмысливает ситуацию? Конечно, если человек переосмысливает, конечно, проблемы уходят. Мы же и приходим в этот мир, в эту жизнь, для того, чтобы отработать какие-то ситуации. Вы знаете, если ты не... Вот я всегда говорю, вот мне приходят и говорят, вот проблемы с детьми, там, к примеру, да, ну, взрослыми детьми. Я всегда отвечаю, если ты не хочешь ничего менять в их жизни, то ничего даже не лезь. Вот ты увидишь копию себя в будущем. Если ты не хочешь увидеть копию в своем ребенке, тогда занимайся его воспитанием. Еще раз, взрослыми детьми, простите, уже поздно заниматься. Это но детьми. Опять, да. А говорить ребенку, когда он получает там, в возрасте 4-6 лет вот этот период эдипового комплекса, вот эту травму предательства, и ему говорить, что ты получил эту травму, ну тоже бесполезно и глупо. Но мы должны четко понимать, что да, травма была в детстве. Да, травма тебе либо мешает, либо она становится твоим козырем в жизни. Ведь это тоже многие гордятся этим, да, и манипулируют другим человеком. Что вот меня обидели, вот теперь принимайте и жалейте вокруг, чешите мой пупок. Человек только сам может определить, насколько ему это мешает в жизни или насколько не мешает. Если уж, что называется, он будет постоянно болеть, у него будет очень трудно выстраиваться отношения между мужчинами и женщинами, то надо задумываться, что тебе это в жизни мешает. И вот главный момент. Вот мы, мужчины, по большому счету, все занимаемся каким-то творчеством. Что-то создаем, моделируем, там, книги пишем, произведения искусств, музыку. Да? Но вот самое главное, если мы не научимся выстраивать отношения мужчина с женщиной, муж с женой, там, отец с дочерью, мужчина с любовницей, то грош цена всему нашему вот этому творческому началу. Потому что самое главное все-таки это научиться выстраивать, достойно выстраивать для себя вот эти межгендерные взаимоотношения. А потому что не
умение выстраивания этих отношений ведет, как правило, к болезням психосоматического содержания. А щитовидка – это горло, это высказывание твоих слов, твоих мыслей, твоих действий. А когда человек живет другой жизнью, да, он постоянно вокруг себя формирует вот этот защитный щит. То есть, опять, жесткие мысли. Я так сказала, я так решила. И любая болезнь всегда дается для того, чтобы человек осознал, в каком направлении ему надо работать. Потому что очень трудно там, допустим, есть же и травма, допустим, садомаза, да, и их 5 травм. Мы берем только предательство. Почему предательство? Потому что это все-таки отношения мужчины и женщины. У нас такая, что называется, и широкая, и узконаправленная тема. Женя, а вот если у женщины уже, скажем так, удалена щитовидная железа, а она продолжает, ну, мы исходим из того, что где-то была какая-то ошибка, и она сегодня вот за эту ошибку, будем так говорить, расплачивается вот этим. А если будет продолжаться совершаться вот эта ошибка, то есть поведение не меняется, поскольку, ну, как правило, люди над этим не задумывают. Врачи сказали, ну, угроза жизни, надо удалить, удаляем. А дальше все как и было, так оно и есть. Что может теоретически произойти дальше? Ну, там все что угодно, в принципе. Опять, болезнь соматического содержания. Ну, что там может перейти? Может в инсульт перейти, может быть какие-то внутренние кровотечения, может быть желудок, как правило, да, у таких людей, потому что они не могут пережить вот эти жизненные ситуации. Это люди, которые должны всегда стоять над схваткой, над чем-то. Они должны постоянно контролировать. Если, вот понимаете, это же опять далеко не надо за примером ходить. Как правило, женщины начинают, когда муж, что называется, уходит из-под их опеки, они начинают жить жизнью своих детей. Дети подрастают, тоже уходят из-под их опеки. А женщине надо постоянно жрать кого-то. И она начинает жрать своих внуков. И таких историй тоже очень много, да? И внуки начинают болеть. Если женщина, ей не объяснить, она не понимает, не осознает, то, конечно, это все будет приводить к болезням. Понимаете, и вот я тоже где-то читал, что психология все-таки это наука, хотя это может быть и не наука, относительно для грамотных и образованных людей. Потому что если кто там сеет пшеницу или занимается сельским хозяйством, как правило, у него внутри меньше болит, чем, что называется, у людей, которые начинают ковыряться в своем пупке и начинают искать смысл жизни. Потому что они четко знают, утром встал, посеял, да, и убрал, поел. И здесь то же самое, есть хорошая фраза, кому много дано, с того больше и спрос. Поэтому кто-то приходит в этот мир заниматься сельским хозяйством, а кто-то, что называется, двигать науку и познавать самого себя. И самое главное, не надо из этого делать трагедию, что если у вас есть эта травма предательства, прежде всего надо осознать, да, у вас эта травма есть, да, я ее получил в детстве. Но ваши родители это сделали неосознанно. Не надо за это их винить. Не надо брать автомат Калашникова и идти производить разборки. Просто надо принять. И надо принять и осознать, если мне это мешает, то надо менять свои мысли. Потому что в реальной жизни настоящего предательства не бывает. Есть только люди, которые выражают свои пределы, обусловленные их личными травмами, страхами или тревожностью. То есть вот как таковой, да, проблемы предательства не существует. Это существует внутри, ну, твоего психотипа, скажем, человека. Интроверт, экстраверт, ну, здесь уже другие моменты. Да, это понятно. Ну, вы знаете, вы сейчас сказали, вот последние там несколько фраз, о том, что человек должен понять, осознать о том, что, ну, предательство это, ну, и так далее. Но ведь это человек, который знает, он должен это осознать, который в теме, который уже, так сказать, послушал наши программы, я бы так сказал. Вот, он же понимает, что это не так все просто, человек получил болезнь, да, там, мужчина, женщина. А если он не понимает, а если он не слушает наши программы, а если ему все равно он продолжает жить, как он и живет. Тут мы уже подходим к вопросу, а что делать? Да? К сожалению, времени на развитие вот того, куда идти, так сказать, и
как решать вот эти вопросы. У нас, к сожалению, уже нету времени в эфире, скоро у нас начинается другая программа. Я предлагаю в следующий раз, так сказать, закончить вот эту тему, как вы считаете, и мы начнем тему другую. У нас, так сказать, плавно перетекает с одной в другой. Это все психология, имеет отношение к психологии. Я сейчас обращаюсь к нашим радиослушателям и нашим YouTube-зрителям, поскольку все программы у нас записываются и не только в аудио, но и в видео формате, и вы, дорогие наши друзья, сможете это все видеть и слышать. Женя, ну, я вам не оставил время, к сожалению, на практическую тему, практическую часть нашей программы. Нашей программы сегодня – это психология предательства мужчин и женщин. Давайте в заключение вы, может быть, что-то хотите сказать или пожелать? Ну, самое главное, чтобы из этого не надо делать трагедии, если вы подвержены, да, такому моменту предательства. Надо просто осознать, насколько вам это мешает или насколько не мешает. Если даже вот эту работу вы проведете, считайте, ваша психика сделает огромную работу. Это первый момент, да. И второй момент. Если вы предаете, да, и вы изменяете, то делайте это осознанно. По крайней мере, понимать, для чего и зачем вы это делаете. Не просто так, а для чего. Когда вы ответите на этот вопрос, может быть, вы и подумаете, стоит дальше предавать, изменять или не стоит. Ну, а самое главное, слушайте себя, ищите себя и познавайте себя. Потому что на пути познания самого себя, ой, сколько много полезного вы для себя почерпнете. Не болейте, удачи вам. Спасибо большое. Ну, вот познание себя – это самое главное, что может человек для себя, так скажем, придумать. У нас буквально вчера была программа «Познание себя», свое «Высшее Я» со всеми там вытекающими отсюда последствиями. Что, как, для чего. Это очень серьезная тема, это тема ни одной программы, ни одной передачи. Ну, а наша программа сегодня уже подошла к концу. И я хочу поблагодарить Евгения Саяпина за очень интересный рассказ. И мы будем встречаться, без сомнения, и в следующий раз мы встретимся. Ну, вы следите за нашими объявлениями. Это Facebook SunGates Radio, это тройное www.sungatesradio.com, sungatesradio.com. И телефон для в основном американской публики, которая нас слушает, 847-226-9956. Если желаете все-таки позвонить, то набирайте цифру 1. Сан-Гейтс, солнечный оборот на конце буквы S, 108. Это совершенно бесплатно. Делайте запрос, и мы с вами побеседуем. Женя, спасибо вам большое. Спасибо большое. Всех благ и удачи вам. Спасибо. И, дорогие друзья, оставайтесь с нами. Через буквально 15 минут мы снова включимся в живой эфир. И у нас будет передача тоже с человеком из России. Это на тему Таро. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. До свидания.